канале. Слава Стар! И сегодня у нас большая битва Бейблэйда! Да, ребята, у нас сегодня, как всегда, на выходных будет большая битва. А что обозначает большая битва? Это значит... Супербой. Супербой, да? Супербой, супермальчик. Это значит, ребята, вы выбираете из наших Бейблэйдов, которые есть у нас... Два, ты кем будешь? Вот этим. Два. А вы хотите своими новенькими все, да? Я вот этим. Ты Нептриуса взял? Ты, Слава, взял кого? Он у меня Триптуна, забрал. Да? И Триптун. Еще одного. И еще берите одного. И мы... Никита первого. Никита, бери, бегу, выбирай. И Эвипера Никита взял. А ты берешь кого? Хотя не, я вот этого возьму. Кого взял? Харасуда? Да. Харасуда взял. А ты берешь кого? Покажи, кого ты взял. Вайврона? Да. Хорошо, Вайврона. Я сначала буду вот этим. Харасудом. А ты кем будешь? Вайвроном, да? Хорошо. Ладно. Итак, ребята, мы не на отжимание сегодня играем. Мы просто выясняем, какой из этих Бейблэйдов будет самый сильный в сегодняшней игре. На арене. Вайврон против... Харасуда это у тебя, да? Да. Харасуда. Давайте. Игра идет до 3 очков. Хорошо. До 3 очков, ребята. Итак, 3, 2. Ух. Смотри, как. А, это Вайрон. Вайрон посередине Харасуд. Вайрон. Я бью Никиту, сидят всего. Ну, интересно, кто. Итак. Вайрон. Не. Я уже разбился, когда Славик остановился. Да? Да. Интересно. Хорошо, да. Это считается? Да. Давайте так, да. 1-0 в пользу Харасуда. 1-2. 1-0 в пользу Харасуда. Не считается. Согласен. Два. Пусть. Игра идет до 3 очков. Иди сюда, муха. Мой убивает от тебя. Он боится тебя. Получай! Потому что ты отвернешь дракон. Дракон! Класс! Вайрон разбивает Харасуда. Класс! Я просто сила его дракон. Силу сила дракона, да? У него фиолетового дракона. Сила фиолетового дракона. У кого? 3, 2, пуск! Дракон! О, хороший запуск. Класс. А ну давайте, ребят, ты бейте. Я использовал силу дракона. Блин, ну че твой не нападает? Дракон! Вайврон, смотри, как ударил Харасуда. Что ж будет делать Харасуд? И так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Есть! Победа за Вайрона! Итак, в первой игре у нас побеждает Вайврон. Вот он. А теперь Славик, ты берешь. Какой да. Я сильный. Так, Никитос, где твой Нептриус новенький, который всех побеждает? Покажи самый его. Самый лучший это. Вот он, да. Его никто не победит. Ну, мы сейчас узнаем. Ну, есть же ему пара. А у него меч Триптун. Этого. Триптун. Да? И давайте мы сегодня узнаем. Итак, следующая пара. Триптун против Нептриуса. Игра идет до 3 очков. 3, 2, пуск! Нет! Ну, как вы запустили, пацаны? Итак, счет 1-0 в пользу Нептриуса. Нужно,
три, два, пуск! Какая борьба. Какие взорвайся, да? Нет, 2-0 в пользу Нептюса. 3-2, пуск. Выровнялся сын, ну, Триптун твой. Нептюс кружится вокруг Триптуна. Он думает, как напасть. Триптун занял середину арены. Смотрите, 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 смотрите. И есть победа за Нептюса. Итак, сегодня в финале. Нептюс против Вайрона. Дай сюда Нептюс. Вот она, наша сегодняшняя большая игра и суперфинал. Вайрон против Нептюса. Игра идет, ребята, до 3 очков. Берите свои блейды, играйте. Итак, финал. В финале Вайрон против Нептюса. 3, 2. Класс! Вот это бой, пацаны, а? Держи. Итак, счет 0-0. Да, мы это не считаем? Да. 0-0. Хорошо. Ну, красиво разбились. Да, вместе. Вместе, да, получилось. Я его разбил, он меня. Итак, счет 0-0. На арене Вайвран против Нептюса. 3, 2, пусть. Хороший, ребята, бой. Смотри, как Нептюс Вайрона лупит, а? И есть. Счет 1-0 в пользу Нептюса. 3-2. Ух, игра. А кто его тут знает? 3-0. Сегодня победил Нептюс. На первом месте. Класс. Нептюс. Ничего себе Нептюс. Что он творит на этой неделе, на а? Нептюс. Он целую неделю всех побеждает, этот Нептюс. Вы представляете? Да. Итак, на первом месте сегодня Нептюс. Вайрон на втором. Харасут и Триптун на третьем. Вот такая вот игра, ребятки. Вы представляете, сегодня получилось? Да. Большая игра и супербитва, в которой победил Нептюс. Там Нептюс побеждает целую неделю, да. У нас уже, да? Вот потому это купили, меня, а? Потому что он у меня новенький. Новенький. Так и у Славы Штриптун новый. Понимаешь, да. Или нет? Ребята, ну как вам сегодняшняя битва? Отличная! Мы еще что-то придумаем, правильно, да. Или нет? Пускай ребята напишите, нас смотрят. Напишите комментарии, какая у нас еще не была битва. Пускай ребята напишут, папа, да. Вот так. Триптун против Одекса? Да, еще не было. Но это же он новый, конечно, не было, да, не было. Ну потом, уже в следующий раз, в следующей игре, да, поиграем? Да. Все, говорите, пока-пока, до новых встреч. Пока.